Всех приветствую на канале Муравьи Ростовар. Сегодня я вам расскажу о том, как поднять муравью формика поликтена. Поехали! Не так давно я поймал вот такую замечательнейшую матку. Она сидит в контейнере из-под конфет каких-то, тик-так что ли, вроде бы, да? Для начала ее нужно переселить в пробирку. Как вы знаете, в одном из недавних видео, ссылка на который в правом верхнем углу, я поднял муравью формика поликтена без коконов. И в этом видео я буду делать абсолютно то же самое. Но делаю я это только потому, что сейчас у меня с собой нет коконов. Но лично я вам советую все-таки их подкидывать. Лучше всего 3 рабочих и где-то 10, 15, 20 коконов. Чем больше, тем лучше. Ну так, знаете ли, чтобы перестраховаться. А вообще, скоро, или может быть в следующем году, я планирую провести интереснейший эксперимент и попробую выяснить, верна ли моя теория, что муравьев формика поликтена можно поднять в принципе любому и в любых условиях. Это зависит только от самой матки и самих формика поликтена. Но это, как говорится, совсем другая история. Поэтому, если не хотите пропустить, подписывайтесь на канал. Вот здесь у меня находятся муравьи формика поликтена и сервиформика фуска. Изначально там были еще и коконы, но они здесь у меня пролежали уже достаточно долго, где-то недели 3-4, абсолютно без еды, поэтому они вскрыли все коконы и до сих пор живые. Поэтому именно 3 этими рабочими мы и воспользуемся. Кстати, совет. Лучше всего брать муравьев для подсадки либо сервиформика фуска, ну, я имею в виду для формика поликтена, либо формика поликтена, но из своего гнезда. Это лично я проверил. Из своего гнезда, это значит из гнезда, из которого предположительно вылетела сама матка. Берем рабочего и запихиваем его в морозилку. Где-то минут на минуту. Да, примерно на минуту-две. Идеальный будет вариант для формика поликтена. О том, как правильно подкидывать муравьев, у меня тоже скоро выйдет видео. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить. Муравей дошел до кондиции, поэтому теперь мы его можем подселить к матке. Желательно подселять их не всех вместе, а сначала один, потом два, потом три. Так вы избежите лишней агрессии. В идеале так вообще подкидывать по одному рабочему. Но много рабочих тоже не надо. Как я уже понял, если ты подкидываешь где-то 10-20 рабочих, то они начнут гораздо более агрессивно относиться к друг другу и к матке, будут заливать друг друга кислотой и все в этом духе. Поэтому если хотите подкидывать больше рабочих, то делайте это с коконами, то есть подкидывайте коконов. Они будут более лояльны. К сожалению, камера выключилась на самом интересном моменте, и матка его, похоже, уже приняла. Но ничего страшного, у нас есть еще 2 рабочих. Поэтому давайте повторим все то же самое еще с 2 рабочими. Итак, муравьев я отловил, и теперь их снова надо запихнуть в морозилку. Вот они. Счастливого пути. Муравьи приготовились, и теперь они выглядят вот так. Слегка небольшие видны движения лапками, но это поправимо. Так, запихиваем их к матке и рабочему, и теперь смотрим на реакцию. Внимательно смотрите, это достаточно интересно. Муравей окончательно встал, бегая в сумасшествии, не понимает, что, где, что, как происходит. Пока тем временем встает 2 муравей, он тоже ничего не понимает. Матка его пытается обнюхать и объяснить то, что типа я самая главная, я же мать. Но тем не менее, ее пока никто не слушает. Для начала муравьям надо привыкнуть, что они вообще живы. Ах да, чуть не забыл. Да и вы, кстати, не забывайте кормить муравьев 3 раза в неделю. Примерно так же, как и выходят мои видео, то есть понедельник, среда, пятница. Именно так делаю я. Именно поэтому они у вас не сдохнут. По такому графику кормления, в принципе, поднимаются все социальные паразиты. И не забывайте про белковый корм, как минимум раз в неделю. Желательно, чтобы он был не прям мертвый, то есть не чистая мертвая личинка жука-знахаря, а чтобы она была еще придавленная. Если, конечно, колония небольшая, как у меня, 3 рабочих и матка. А если много рабочих, то можно давать и тарика.
Также, естественно, нужна тишина и покой, никакого стресса, иначе они будут поедать расплод. Кстати, далеко не факт, что у вас появится этот расплод. Вот далеко не факт. Потому что, опять же говорю, скорее всего, поднятие формика поликтена — это всего лишь игра в русскую рулетку. У меня из 10 маток подняли рабочих только 2. Поэтому это достаточно непредсказуемая вещь. Половина у вас еще сдохнет. На некоторых кадрах вы можете видеть, как матка постукивает муравья по голове и не только, как бы его обнюхивает и опять же пытается пояснить, что она тут самая главная. Мне это напоминает чем-то такую обработку, промывку мозгов, если хотите, или вербовку. Это выглядит достаточно интересно, мне это всегда очень нравится. Ну а самый простой способ узнать, приняла ли она рабочих или рабочие приняли матку, это покормить их. Если будет трофилаксис, то все отлично, значит все друг друга приняли. Ну а если нет, то значит кого-то придется убрать. А если все друг друга приняли, то можно кинуть личинку жука-знахаря. Она им точно не помешает. А вот и он, трофилаксис, собственной персоны. Вы можете видеть. Самое главное, чтобы был он между маткой и рабочим. Если рабочий и рабочий, то ну, это не очень считается. Это значит то, что муравьи приняли друг друга, и теперь остается надеяться на чудо, что матка отложит яйца, постоянно кормить и не беспокоить. Также добавляем им небольшую личиночку жука-знахаря. Она, кстати, мертвая, чтобы они лишний раз не сагрессировали. Лучше, конечно, так не делать и сделать это, например, на следующий день или через день, чтобы точно избежать агрессии. Но я думаю, что в принципе ничего страшного не будет. Вот, в принципе, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте, ссылка в закрепленном комментарии. Кстати, там же вы можете купить семейку уже поднятую с расплодом, там уже личинки, куколки, на всех стадиях расплод и, может быть, даже и рабочие. Всем удачи и пока-пока.